Ученые намерены выяснить точный возраст Махачкалы. Эксперты полагают, что столица Дагестана может быть намного больше 160 лет. Археологи из Российской академии наук планируют провести исследование для определения более точной даты основания. Обсуждение организационных вопросов предстоящих научных изысканий прошло в мэрии города. Одно дело – летописные источники, другое дело – исследования научные. Нам с вами нужно на первом этапе попытаться соединить исторические источники с нашей наукой археологии, потому что только археология в принципе может выявить, были здесь культурные слои предыдущих эпох или не было. Хотя, опять же говорю, у вас в Академии наук есть специалисты, если мы будем работать, я думаю, что имеет смысл работать совместно с вашими специалистами, наверное, потому что кто как не они лучше знают. По итогам встречи было принято решение о формировании поэтапного плана действий будущих археологических исследований. В частности, планируется поднять архивные данные, имеющиеся исторические источники, древние карты, а также провести сбор нового материала. У нас было такое, есть поселение Тарки, что оно имеет свою историю, более тысячелетнюю историю, если мы это можем доказать на всех уровнях. И потом какую-то даже, например, программу войти в этом направлении, мы готовы.